В Твери продолжается вакцинация сотрудников социальной сферы от коронавируса. Все, кто работает в школах и детских садах города, прививаются в 18-й школе, где с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований организован пункт вакцинации. Евгений преподает технологию в 4-й школе. Как только появилась возможность сделать прививку от коронавируса, он записался на вакцинацию. Большинство у нас педагогов привелось. Жена у меня привелась, ну, как бы сам решил. У нас в школе, да, допустим, больше 1000 детей, которые приходят в семьи, да, где 3-4, 2 взрослых человека, правильно? Плюс у этих взрослых другой круг общения. А у нас 50 педагогов, и все мы работаем со всеми детьми, получается. То есть риск у нас достаточно большой. Учителя 50-й школы Ольгу Волкову к вакцинации также мотивировали примеры родных. К тому же впереди новый учебный год, и сейчас есть отличная возможность позаботиться о защите от инфекции во время летних каникул. Учителя – это те люди, которые работают непосредственно не только с детьми, да, но и с родителями их. И для того, чтобы беречь себя и их, необходимо иметь иммунитет. Больше по-другому никак. Надо заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье других людей. Все желающие получить вакцину ответили на вопросы анкеты и прошли медосмотр. Врачи измерили сатурацию, артериальное давление и температуру. Когда пациент, получается, заходит, мы ему показываем, что мы колем. То есть это гамковитвак. Затем он у нас может спросить, что можно, что нельзя. Мы также поясняем, что нельзя там мочить 3 дня, в бане, сауне, сауны посещать нельзя. В преддверии 1 сентября прививку от COVID-19 спешат сделать все больше и больше сотрудников отрасли образования. Вакцинация будет продолжаться в постоянном режиме.